Всех приветствую, зрителей, моих подписчиков. Сегодня я займусь ремонтом вот таких вот прожекторов на 10 ватт. Отдали мне там шахматный клуб, сгорели, в общем, они сказали, и купили себе новые. Отдали мне вот эти. Ну, я думаю, зачем? Надо вторую жизнь дать этим прожекторам. Сгорели сами светодиоды, поэтому мы сейчас разберем. Так, этот грязный какой-то. Чистить будет. Ну вот, вот этот более-менее чистенький. Сначала разбираем корпус. Сейчас покажу весь процесс. Может, кому-то и надо. Разбираем. Заказал светодиоды на AliExpress. Ссылки будут под видео. Пытаемся аккуратно разобрать, чтобы ничего не сломать. Так, отражатель, он очень хрупкий. Аккуратненько его в сторону. Так, стекло. И тут силиконовая прокладочка. Очень хорошо является пыль влагозащищенным корпус. Вот это все пластик. Был бы металл, вообще цены не было бы. Ну, так, открыли, видим схему. Ну, самая обычная, простая. Тут, значит, на входе резистор. Он же предохранитель варистор, чтобы сгладить пусковое напряжение при включении прожектора. Ну и дальше идет диодный мост, стабилизатор тока. Уже сгорели светодиоды, черные точки на них. Ну а так, при длительной работе бывает, что и перегреваются, выходят светодиоды. Так, раз, два. Выпаяли. Все, корпус убираем в сторонку, пока он нам не нужен. Размещаем. Для удобства третья рука у нас есть. Нагреваем 450 градусов вен. И сейчас снизу прогреем. Так. Удобнее работать вот таким керамическим пинцетом. Тоже ссылка в описании. Так, накидываем. Все, даем остыть. Сейчас вилочку, какой-нибудь временный провод сюда припаяю. И включим в розетку, уже проверим. Так. Проверяется это вот таким образом. Перед тем, как в сеть подключить, берем и вот таким тестером, вот видите, три горят, следующую пару горят. И если у вас вдруг неудачно какой-то светодиод припаялся, вы всегда его можете обнаружить таким образом, понимаете, и уже конкретно какой-то светодиод подправить. Так, 8 ватт показывает ваттметр наш. Прожекторы все 4 я отремонтировал, все они работают, все проверил, все прекрасно. Поставлю эти прожектора, значит, на дачу, как внешнее освещение. Подключу через датчик движения. Ссылки на всякие ништяки, светодиоды, ваттметр тот же, паяльная паста и все прочее будет под видео. Кстати, есть видео на канале, как подключить датчик движения. В канале очень много всяких самоделок, ремонтов. Так что, ребят, подписывайтесь, переходите, смотрите другие мои видео. Ну, на этом все сегодня. И до новых встреч. Пока, друзья.